Ассаламу алейкум. Друзья, приветствуем вас на канале France Studio. Как я обещал, сегодня мы приехали сделать видео кораблей Мистраль, два корабля, которые построили французы для российского флота. Ну, пока в данный момент пока еще не отдали. Вот, я вот приехал, думаю, купить их. Посмотрим, что к чему. Может, продадут. Вот он. Корабль стоит. Вот он, первый Владивосток. Такие корабли у нас вживую увидели, так сказать. Вон я вижу две лодки сюда помещены, или катера, как их будут называть, но на самом деле без понятия. Махина, я вам скажу, здорово. Вот сигнализация, противоугонное средство, чтобы не угнали. Вот. Сигнализация. Здесь видим отсек такой открывающийся для бронетехники, видать. Здесь наверху шлюз. Или что это? Опять-таки без понятия, я не знаю. Потом у нас здесь. Ну-ка, исправьте меня, как они называются. Если не дымоходы, не глушители же. Так. Я как-то еще делал видео, по-моему, о продаже Мистраля. Вот приехал купить их. Кто больше даст, тому отдадим. Второй отогнали, они чуть-чуть подальше. Вот он тоже, второй. Миллионы евро стоят без движений. Свет горит. Я вижу. Проволока, чтобы тогда российские моряки здесь были до получения корабля. Когда они боялись и ключи проволока здесь установили, чтобы не залезли в тайком, не угнали. Ходить, фотографировать. Хотя для фотографий, я думаю, раньше ничего запрещено не было. Я думаю.
Вот здесь еще один такой грузовой корабль стоит. Ну, рядышком в этой верфи. Вот он еще один. По-моему, Мурманск второй, да? Я забыл его, как он назывался. Как-то не интересовался даже, скажем. И тут написано Владивосток русскими буквами. Вот так. Ну, махина очень огромная. Скажу, впечатление. Впечатление дает. Махина очень здоровая. Антенны повсюду. Да. Холодно здесь, кстати. Ветер дует. Очень интересно. Заманчивое зрелище. Я сейчас пойду вот с другой стороны. С другой стороны сделаю видео. Без разницы. Ну и все равно, если кому что интересно было, если кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Может, кто-то из вот этих вот мест захочет, чтобы было сделано какое-то видео, вы скажите, потому что я думаю еще раз приехать в эти края. 500-600 километров мы приехали сюда. Путь не близкий, как я говорил, два дня уже ездим, снимаем. Подумал, людям будет интересно, если снять вот корабли, мистрали тоже. Вон, а самолет летит, легкомоторный. Его тоже мы вам покажем. Сейчас звук донес его. Ну, вернемся к кораблям. Вернемся к кораблям. И как я сказал, будем ждать вашего дальнейшего. Ассаламу алейкум. Всем удачи, друзья. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами.